Более полумиллиона рублей заработала мошенница, торгующая несуществующими товарами. Рязанские полицейские задержали злоумышленницу. Она подозревается в серии махинаций с заказами в интернете. Как выяснили стражи порядка, в одной из социальных сетей была создана группа товара из Китая. В ней предлагали недорого купить детские коляски. Однако после полной предоплаты заказа организатор просто исчезал вместе с деньгами. Полицейские проверили полученные сведения и вычислили организаторы группы. Все уловки мошенников, чтобы спрятаться в виртуальных пространствах, не помогали. Вот, подозрение в организации преступной деятельности пало на 35-летнюю жительницу Рязанской области. Подозреваемую задержали. Оказалось, что она давно состоит на учете как наркозависимая. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.